Друзья, всем привет! С вами Кимиев 1, и вот опять проект Армата, и вот опять мы дождались нового режима, нового противостояния американской мечты. Так решили назвать новый режим, новое, как говорится, противостояние, разработчики. Довольно-таки странно. А почему странно? Сейчас поговорим. Американская мечта, ребят. Сегодня мы пройдем первую главу, но вспомним, что было. А был у нас Кавказский конфликт, Карибский кризис, но еще как бы американская арабская ночь неплохо, Москва вторжение, то есть все такие, знаете, на Кавказе конфликт, кризис на Карибах, ну, арабская ночь, там это, как говорится, все в порядке, и Москва вторжение, и после всего этого The American Dream, да, как говорится, американская мечта. Американцы, наверное, на своих серверах очень довольны, что до этого атаковали, как говорится, Москву, вторгались, а теперь будем здесь. Смотрите, долина монументов. Глава первая была. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас мы с вами ее попробуем пройти. Я первый раз, ребят, точно так же, как и вы. Вы знаете, никаких подставных боев, никаких 10 проходилок. Первый раз сейчас сюда захожу, первый раз с вами смотрю, что здесь происходит. А дальше будем вместе думать, поэтому даже не думайте. Сам не знаю, что здесь. Я на терминаторе 8 уровня, рэпере, премиумном танке. Ну и в бой, друзья. Ну тут, как всегда, немного разговоров между там, главами определенных корпораций, что нужно сделать, кого нужно замочить. Кого нужно украсть, где нужно что атаковать, как обычно. Это большая политика. Но самое главное, что это The American Dream. Американская мечта, и они довольны. Где-то, не знаю, какой-то штат. Кто знает хорошо Америку, подскажите по названиям, где это, какой штат там. Я их все вроде знаю, но по названиям только. А так, по местности, конечно, не узнаю. Потому что в Америке не был никогда. Из-за, как говорится, ближе всего был это на Карибах. Сама в Соединенных Штатах не летал. Поэтому понятия не имею, что там у них получается. Вот где у них этот бублик. Бублик, наверное, у них этот донатик везде. Ну а мы рвемся в бой, друзья. Попробуем пройти, показать. Хочу показать вам первую главу. Хочу показать многое. Потом, когда мы ее пройдем или не пройдем, неважно, подведем итоги. Там будет для вас небольшой клип, который я подготовил. Надеюсь, вы его посмотрите, оцените. Все для вас, друзья. Поехали. Надо сбить вертолеты для того, чтобы они наши зенитки не уничтожили. Хотя, по-моему, уже зениткам приходит капут. И у нас тут не совсем все получается, я так понимаю. Да, зениток мы лишились или лишаемся, потому что никто по вертолетам не долбит. Едем дальше. Вроде продвигаемся пока удачно. Но, ребят, запомните, это еще первая глава. Так, вот еще один вертолетик. Птуром его дадим? Да, хорошо. Птуром я почти все снял с него. Чем универсален терминатор? Рассказывать не буду. Будет отдельный обзор. Тогда у меня уже готовы обзоры на около 25 машин по Армате. Но, ребят, не могу. От 10 левела до нижнего. Обзоры подарочных. Вот этот боевой путь, который последний прошел, тоже все танки выиграл. Но некогда. Даже московский контракт я тоже зубра выиграл, ребят. Все прошел. Не могу просто сейчас. Много дел, много игр. Ох, у нас базу захватывают. Надо быстрее ехать сбивать, иначе капут. Ничего не выйдет. Надеюсь, пройдем первую главу. Составчик хороший. Очень приятно, когда с тобой много ОБТ. Действительно, потому что если легкий состав, очень трудно победить. ОБТ всегда помогают. А у нас они есть. Причем очень неплохие ОБТ. Можете сами посмотреть. Играем на режиме ветеран. На безумце я что-то не решился. Будем играть на ветеране, ребят, пока. Освоимся здесь, а там уже будем смотреть. Как говорится, будем посмотреть. Эх, хотел зайти в тыл, ничего не получилось. Так, разворачиваем американскую мечту в другую сторону. Так, опа-на. Это тоже терминатор, ребят. Сейчас я шмальну одним. Нет, надо уходить, потому что у меня еще не разрядились. Эх, там ничего не получилось. А я к нему стою кормой. Он меня может быстренько тут распечатать. Переключимся на пулеметы и сейчас... И сейчас его убили. Я успел на гуслю только поставить. Настрелено пока мало.
Фрагов пока мало, но ничего страшного. Надо попасть хотя бы на первое, на второе место, на третье. Ну, в троечку войдем из пятерых, значит, не зря провели этот бой. Вы знаете, как у меня мои критерии. Всегда надо быть в первой троечке. Значит, ты принес пользу своей команде. Если ниже, значит, ты занимался херней. Хотя тоже смотря на какой технике, ребят. Если вы вышли на легком танке, не всегда нужна, как говорится, этот настрел. Но там дадут опыт. Честнее, наверное, по опыту смотреть, что вы светили, там что-то еще делали, ставили на гуслю или помечали точки, за это тоже получали. Так, вот он, сейчас я его уничтожу пулеметом. Отлично, пока... Вот этих вот надо брать, этих надо брать. Потому что вертолеты наносят колоссальнейший просто урон. Ребят, ну мне нравится. Название, конечно, пусть она будет «Американская мечта», но можно было бы не «Американская мечта», а, например, там, я не знаю, как это... Терроризм в Нью-Йорке, вот так назвать. Тоже было бы, что Москва вторжение. Это что такое? Это что за инопланетный гость? Это, наверное, тут мумий тролль появился, свою лепту унес. Инопланетный гость. Не знаю, что это такое, ребят, было. Я точно так же первый раз с вами вижу, но будем пытаться их уничтожить. Вот, да, терроризм в Нью-Йорке. Почему бы и нет? Или геноцид афроамериканского населения, вот такой вот, а мы приехали спасать тут их и так далее и тому подобное. Не знаю, решили так сделать, значит так. Эти мейловцы, мы будем, наша задача не обсуждать политику, политика это политика, насрать на нее, как говорится. Пусть они занимаются, те, кто занимается этой политикой. А наша задача поиграть, получить удовольствие. Сейчас вот надо этого терминатора как-то изничтожить. Пока у меня не получается, потому что впрямую. И расстояние большое. Поеду-ка я прямо. Там летающий объект, может быть, его подобью. Или к терминатору. Все, к терминатору уже все. Вот он. Вот какой-то гуманоид летает. Это что-то сверхсовременное. Наверное, американские разработки. НАСА что-то разработало. Какой-то летающий шаттл, который может и на Марс, и на всякий случай тут по порядку навести. Или новый полицейский космолет. У них же все впереди планеты всей. Так, едем дальше. Ребята, на самом деле очень много врагов. У меня очень мало осталось патронов, имеется в виду пулеметных, именно пулеметных. Не знаю, хватит ли до конца боя. Птуров-то еще достаточно, а пулеметов мало. Так, сейчас этих разрешим. Этого убьем. Да, этого уничтожим. Сейчас будем заниматься тоже терминатором. Его главная задача... Да, ё-моё, опять вертолет. Вот он носит очень много урона. Нету зениток, ребят. Мы просрали зенитки. Поэтому получается не очень хорошо. Но мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Пришли принести мечту. Так значит, надо не сдаваться. Идти вперед. Тем более, сейчас получается на американской земле российский терминатор. Да, это наша разработка. На Красной площади на 9 мая эти терминаторы ехали, я их видел, лично смотрел на праздники. У меня дед всю войну прошел, у Рейхстага был разведчик, скончался в 98 году, царствие ему небесное, всю войну прошел. Так что на 9 мая хожу, есть, как говорится, кого показать в бессмертном полку, ребят. Ну, когда здоровье позволяет, естественно. Вот. Но мы продолжим. Российский терминатор на американской земле... Наводит порядок. Едем дальше. Все вроде у нас получается. Половину мы прошли. Идем дальше. Но нам, естественно, нужна только победа. Надеюсь, мы ее получим. Сейчас собираюсь вот с этим вот ОБТ совместно прокатиться. Ребята другие пошли трое правее. А я решил этого поддержать. Думаю, почему... Нет, это тоже здесь. Почему он один? Чтобы не получить люлей. Вот уже слева что-то прилетает. Так, этого он взял. Красава, красава. Сейчас поеду чуть правее из-за горки, ребят. Там нам надо базу захватить последнюю. Я напрямую не полезу, буду решать вопросы сбоку. Ну, на самом деле у меня ремка на восстановление жизни, хилка, как говорится, еще не использована. Идем мы нормально, потерял я... Так, ну-ка. Эх, надо было Нептуром его, ребят, Нептуром. Долго переключаться на пулемете. Так, ну ладно, заходим в тыл и начинаем просто крушить всех. Терминатор у меня разукрашен красиво, они уже его должны бояться, как только он выйдет на поле зрения. Так, только у меня союзники крутые, они просто уничтожают всех, а я трачу дизельное топливо. Или какое, ну скорее всего на дизеляке же ездим. Ну специально танковое дизельное топливо, я так скажу.
Все, идем на захват базы, и я думаю, мы победим. Напрямую не пойду, пойду забор ломать и заходить со стороны, потому что напрямую, может быть, это просто убийство, что там 40 человек будет стоять, и все. Так, этого есть? Нет. Есть, да, есть, ребят. Еще один птурчик у меня, и переключимся на пулемет. Так, сейчас этот птур отправим вот в этот терминатор. Не. Будем его пулеметом сбоку, потому что он бесполезно. Есть. Подбили. Вообще остается мало патронов. Где-то здесь еще самолет опять. Вертолет, точнее, летает. Вернулся. Не-не-не-не, этого я не возьму. Это тут надо немножечко по-другому действовать. Так, этого пулеметиком чуть-чуть заденем. Заедем с кормы, ребят. Сейчас переключусь на птуры, наверное. Да. И птурами попробую этот большой танк. Да ё-моё, тут опять этот головастик. С какой планеты ты, друг, прибыл-то? Вот американцы показывают, что у них есть. Сколько мы глав проходили. Даже шейхи арабские не могли себе позволить такого космолета. Это что там? Тихоокеанский рубеж? Кто смотрел Тихоокеанский рубеж фильм? Там роботы также сражались. Интересное кино, посмотрите. Вот. Так и это было похоже. Сейчас, ребят, попробуем корму ему распечатать. Еще заехать ближе с кормы. И с кормы туриками они у меня сейчас скоро перезарядятся. Этого мы из пулемета сейчас будем долбить. Последними патронами, ребята, убиваем. Отлично. Думаю, нас ждет победа. Сейчас главное заехать на захват. Так, этому капут, ага, потому что стингры и прочие для нас не соперники. Вот он, блин, тяжелый танк, конечно. Так, здесь, вот он. К тебе я вплотную сейчас подъеду и буду тратить пулеметы. Точнее, пулемет последний снаряд на тебя. Так, здесь не пробивай, вот здесь я тебя буду пробивать сейчас. Ты подохнешь. Так, он поворачивается боком, у него... Все, этот есть. Ребят, это почти победа. Сейчас еще перезарядятся мои птуры, потому что пулемет у меня закончился. Такого еще не было. Ни на каких арабских ночах и прочее, чтобы у меня так быстро снаряды заканчивались. Потому что действительно что-то сложное получается у нас. Вот так вот, ребята. Заканчивается первая глава. Еще раз смотрите ее, проходите ее легко, если хорошая команда. Ну и сами подбирайте танк под свое удовольствие. Я думаю, все-таки над какой-то быстрой. О! Сейчас послушайте, что скажут. Еще бы чуть-чуть. Это все? Где остальные? Увезли. Всех увезли. Прости, мы ничего не смогли сделать. Ну отлично, ребят. Мы победили. Посмотрим сейчас с вами результаты. А после этого будет для вас клип по танковым баталиям. Лично для вас, для моих подписчиков, друзей моего канала, кто постоянно смотрит, поддерживает, не забывает в любые моменты. Так вот, смотрите, 314 без опыта, точнее без према играю сейчас. Среди команды второй. Ну вот, я и хотел первым, вторым, третьим быть. Пусть я второй, значит, я неплохо получилось. Ну все, ребят, всем пока, до скорых встреч!